встаешь утром, прослезился от счастья. Вот я вам покажу. Мне выдали новый план работы вот этих патриотов. Вот смотрите, мы сейчас неделю работаем. Неделю, да? А потом опять отдыхаем. Потом опять неделю работаем, потом две отдыхаем. Это потому что воюющая страна, потому что нам нельзя уходить с парламента, потому что нам надо тут трудиться. Вы понимаете, вот опять разрыв между тем, что они врут, и тем, что происходит. Я сейчас посмотрел программу вот этой недели. Люди, ничего нет про тарифы, ничего нет про платежки, ничего нет про то, что волнует людей. Какая-то ересь опять, будем закон о языке обсуждать, чтобы наконец вот уже, чтобы мы с голоду помирали, когда ходишь в магазин, чтобы ты на украинском языке просил, чтобы тебе труну выдали. Что это такое вообще? Нету ни одного вопроса, который реально сегодня волнует людей на улицах. Я, конечно, тысячу раз изменяюсь, может быть, меня волнуют вопросы языка, но не в такой степени, как выживание людей. Может, меня волнует наличие там украинского языка в подъезде, да? Но намного меньше, чем тариф, который мы получаем сегодня эти. Вот меня волнует. Ничего этого нету. Видите, опять истерия, опять крики, опять поем песни. Ничего про народ, ничего про людей. Ну, вот все, что я могу сказать. Что я должен делать? Сьогодні заплановані питання екологічної політики, інформатизації. Однак, чи може щось парламент зробити для дестабілізації ситуації на Донбасі? Я би от матом сказав, какая інформація, какая сейчас екологія, чому не говорят. Люди дохнут, есть нечего. Платежки сегодня, я в Харькове был, сейчас платежка ровно равна тому, что получает человек. Какая экология? Экология чего? На кладбище какая экология? Безумные, сумасшедшие люди, которые не видят, где живут, зажравшиеся, не понимающие своего народа, разговаривающие о том, что им только одним интересно. Вот все результаты того, что я вижу. И вруны, еще раз говорю, вруны, смотрите, 3 недели подряд отпуска. Ну что это такое вообще? Андрій Парубій заявив про те, що через прогульників така критична недовіра до Верховної Ради. Як з цим боротися? Ви знаєте, недовіра до Верховної Ради благодаря таким, як Парубій. Недовіра до Верховной Рады благодаря тому, что по какому-то невероятному стечению обстоятельств во главе парламента находится человек, который сказал, что вторая половина Украины на Востоке – это не люди, который сказал, что туда завезли людей, я не буду с ними считаться. Вот благодаря вот этим вот проходимцам, которые 2,5 года языком строят страну, вместо того, что-нибудь сделать. Еще раз повторяю вам одно. Есть одна единственная честная формула оценки власти. Если в результате правления какой-то власти вам стало жить лучше, это власть хорошая. Если в результате правления какой-то власти вам стало жить хуже, это власть плохая. А если в результате правления какой-то власти жизнь стала не в моготу, то власть полное дерьмо. Вот и весь ответ на вопрос. Остальное все от лукавого. Петь я могу сколько хочешь. Сейчас пою 8 раз. И что? Полегчает в магазине? Еще из гапака пусть танцует. И что? К цену упадут? Надо заниматься жизнью людей, а не бредом этим. Спасибо. Також, так что не питання щодо коаліції, тому що подейкували 10 депутатів може вийти з боку Петра Порошенка. Як ви бачите розвиток подій далі? Так і зараз. Сейчас нема никакой коалиции. Сейчас нет никакой коалиции, нет списка. Я подал бумагу, мне Парубій ответил, что глава Верховной Рады, я не компетентен отвечать на эти вопросы. А на что ты компетентен? Песни петь. Поэтому Рады нет, коалиция вранье. Повторяю, вранье. Поэтому я могу вам сказать одно. Они прекрасно понимают, к чему они привели. Для того, чтобы мы спасли, им все равно надо отвечать на вопросы коалиции. Они уже не могут. Для того, чтобы выйти из этого, сейчас спровоцируют какой-нибудь, увидите, ну, вспомните мои слова. 2-3 недели спровоцируют какую-нибудь ерунду, потом под крики опять переформатируют эту свою коалицию, и все будет в порядке. Це частіше лунає теза щодо того, що треба вводити воєнний стан. Як ви гадаєте, чи це на часі зараз? І як буде ситуація, яка загострюється на Донбасі? Вы знаете, им военный стан треба вводить по-другому, да? Проворовали. Знаете, вот есть такой Салтыков-Щедрин, был такой русский писатель, написал такие слова. На патриотизм, как только начинают напирать, значит, проворовались. Поэтому еще раз говорю, на мой взгляд, война вот здесь. На мой взгляд, война в магазине, война на базаре, война, когда человек получает платежку. Вот это и есть уничтожение Украины. Номер один война. Вот за эту войну и надо разговаривать. Все остальное это так, знаете. Хотели бы, давно бы закончили. Война им выгодна. Та, что война сегодня на Донбассе, им выгодно. Там миллиарды зарабатывают на крови, на несчастье. Одни на оружии, одни на наркотиках, одни на всем остальном. И не дают нам закончить эту войну. А потом поют здесь песни за то, что мы такие патриоты. Если бы хотели закончить войну, 5 минут и закончилась бы война. Спасибо. Спасибо.